С этого от нас не убудется. Мужики, как мужики, чего боятся-то? Просто что это там у них с ориентацией? Мы, как водится, хотели пополнение обмыть. Ну а чтоб с утра похмельем не маяться, порешили возлияние с обмыванием совместить. То есть просто в русской баньке попариться. Поначалу мы стеснялись, все-таки что это в них не то. А как пятую бутылку прикончили, мы решили, пусть их ходят в этих серьгах. Нам-то что? Может, это их болезнь скособочила? Ведь не баб же они, чего бояться-то? Просто что это там у них с ориентацией? Друг один из пополнений безобразие учинил. И как начал гад со мною заискивать, разошелся бесноватый, аж глазенки закатил. Да меня жена так сроду не тискала. Я с испуг чуть не помер, я с испуг протрезвел. И стою, ору, как баба роженица. Мужики, как увидали, этот самый беспредел, опоясались вмиг полотенцами. Только я ору, куда ж мне деваться-то? У него ж в руках моя ориентация. Тут мои шальные вопли услыхал честной народ. И хотя народу было чем заняться, вся деревня возле бани собралась на крестный ход, чтобы нам от этих бесов избавиться. Местный поп, отец Василий, бывший прапор КГБ, вышиб двери в эту баню проклятую. Заорал Господь, не выдаст на праведной злобе. Стал кадилом сокрушать супостатов. В общем, гнали мы злодеев до соседнего села, перелесками, полями, погостами. И бежали супостаты, в чем мама не родила. Испугались, значит, силу-то крестную. Так что нечего теперь нам бояться-то. Вложили мы на них с ориентацией.